Однажды древнегреческий философ и ученый Аристотель рассказал историю о человеке, попавшем в знойную пустыню. В пустыне человек очень хотел есть и очень хотел пить. Находясь на одинаковом расстоянии от пищи и воды, этот бедняга продолжает оставаться на прежнем месте, потому что не знает, чего он хочет больше. В итоге человек умирает от голода и жажды. Подобные мысли выражал средневековый философ Жан Буридан. Буридан приводил в примере осла, стоявшего между двух одинаково привлекательных охапок сена, но не способного выбрать одну из них. В известных нам сочинениях философа эти размышления не сохранились, так что неизвестно точно, правда это или вымысел. В божественной комедии, не нуждающейся в представлении, Данте Алигьери пишет, кстати, еще до Буридана. «Меж двух равноманящих яств свободный, в их выборе к зубам бы не поднес ни одного, и умер бы голодный. Так агнец медлил бы меж двух угроз, прожорливых волков равноустрашимый, так медлил бы меж двух оленей пес. И то, что я молчал равнотомимый, сомнениями счесть ни добром, ни злом, нельзя, раз этот путь необходимый».